Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видеодневник день за днем. День у нас сегодня 4 августа 2014 года, день недели воскресенье. Прошел в режиме выходного дня, сейчас время около 19 часов вечера. Я иду в Ашан, решил первый раз сходить в Ашан Мытищи. Находится он за МКАДом. Ну вот, соответственно, иду незнакомыми тропами, посмотрел в Яндексе, как это все делается. Точнее, куда идти. И сейчас, соответственно, иду по дворам. Посмотрим, что из этого получится. Вперед. Так, это у нас студенный проезд. Туда идет. И вон туда идет. Так, а это, соответственно... Ой-ой-ой, машина. Так, а это, соответственно, вход у нас в Медведковский лесопарк. За ним уже начинается МКАД. Все, мчимся вон туда, куда пошли две дамочки. Вперед. Ну, вроде как бы зелено, да? Но я бы не сказал, что это тихое место. МКАД слышно прям основательно. Гудит, шумит. Ну, а вот он, МКАД. Соответственно, гудит. Переход. Идем туда. Стекла в этом переходе ужасно грязные, конечно. Ну, что-то видно все равно. Ну и вот, я уже, получается, в Мытищах. МКАД находится там, сейчас покажу. Так, другая сторона МКАДа. Пешеходный переход остался позади. Идти надо, соответственно, вон туда. Так, ну все, стратегические товары закуплены. Думаю, на неделю мне хватит. Идем домой. Ну, все тот же самый переход, только уже по возвращении. Так. Та-да-да-да-да-да-дам. Фу. Мчимся домой. Ну, тот самый пешеходный переходик. Окна грязные вообще, ужас. Я успешно вернулся с Ашана. Дошел без проблем, все нормально. Вот, время уже 9:30. Я уже успел сделать тренировочку. Да, по 3 подхода на турнике и на брусьях. Довольный, уставший, мышцы болят, набухли. Все хорошо. Так, погода сегодня была пасмурная весь день. Вот, но дождя, в принципе, не было. Но было прохладно. Сразу скажу, прохладно было. Вот. Что могу сказать? Завтра понедельник. Надо готовиться к будням. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Arrivederci.